сам зародился в 1903 году, почти ровесник века. И вот в эти дни празднуется 120 лет со дня рождения композитора. Родился он в семье коммерсанта, ну или купца. А мать у него была актрисой, родственницей Мейрхольда. С юных лет обнаружила музыкальность и окончил в Курске музыкальное училище по классу фортепиано и скрипки. И уже в юные годы он уже был мастером своего дела. Его пригласили в Москву, он пишет музыку для театра. Первое произведение, которое он написал по заказу, это было произведение для театра. И вскоре он написал для цыганского хора замечательную песню «Кони, звери». А ему было всего 17 лет, Матвею Блантеру. И вот сейчас мы услышим эту замечательную песню, которая сразу шагнула в народ и стала популярной. Настолько Матвей тонко почувствовал природу цыганской песни, такую удаль и широту. Приглашаю на эту сцену исполнительницу этого романса «Кони, звери» Светлану Катаеву, лауреата конкурса. Ищут не меня, только
черный да серый, черный да серый.